центре Владивостока грузовик упал на мужчину. Все произошло по адресу Пограничная, 15, куда водитель Mazda Titan приехал днем в воскресенье. По информации рабочих, на этом месте кто-то решил оборудовать парковку. Для этого заказали грузовик с бетонными блоками. Во время выполнения разгрузочных работ машина заваливается на правый борт. Именно с этой стороны находился мужчина. В этот момент он стоял возле пульта управления крановой установкой. Потерпевший не успел отбежать, и машина его придавила. Очевидцы происшествия ничего не смогли сделать, в машине был груз, а стрелу манипулятора придавило к грунту другим бетонным блоком. Какое-то время мужчина подавал признаки жизни, а спустя несколько минут вдруг замолчал и посинел. Очевидцы попытались сдвинуть Мазду с помощью другого автомобиля, но Toyota Tundra оказалась бессильна. Отходи, осторожно, опасно. Прибывшие спасатели при помощи специального оборудования приподняли грузовик и достали мужчину, уже не подававшего признаков жизни. Серега, помогай! Вытаскивай! Опускаю! Сотрудники скорой помощи немедленно приступили к реанимационным действиям. Работали гидравлическим инструментом, вытащили, передали сотрудникам скорой помощи. Ну, они производят им медицинские мероприятия. По данной жизни не могу ничего сказать. То есть мужчина насколько пострадал, тоже непонятно, да? Ну, по признакам внешних никак не понять, потому что особо их не видно. А внутренности, это уже врачи сами разберутся. Мы в 13.24 приехали. В данную минуту сотрудники скорой помощи проводят реанимационные мероприятия, но шанс на то, что мужчину вернут к жизни, очень невелик. Если бы мужчина не попытался оббежать машину, а просто спрыгнул в яму, возможно, этой трагедии бы и не произошло. Медики пытались откачать его в течение 30 минут, и отчасти им это удалось. Пострадавшего в состоянии комы отвезли в реанимацию. По одной из версий, грузовик перевернулся, потому что груз в его кузове сместился. По другой – неисправность в гидравлической системе упора автомобиля.